Отчет – это общественное место, мы имеем право снимать. Почему вы не думаете? Ну, объясните, почему, чтобы я тоже знала. Получается, вы препятствуете работе журналистов? И уходите спиной, отворачиваясь? Объясните, почему? Чтобы я также могла объяснить своему директорату, почему запрещают вести съемки обычного отчета Юрия Исаевича Гранатура в вашей школе. А что скажет его директор? Ну, объясните, чтобы я тоже знала, что мне сказать. Почему запрещают съемки? А почему такой отчет получается тайный, что ли? Не могу понять. Ну, почему запрещают вести съемку по закону разрешенную? Это просто отчет или что? И что в этом тайного? Ну, я же не говорю, что это тайное. Нет, я почему, ну, тогда спрашиваю, почему запрещена съемка? Это моя работа, такая же, как и ваша работа. Я не к вам домой пришла, это общественное место, и Юрий Исаевич, популярная личность. Вы не понимаете, что такое школа, что общественное место? Это не частный дом, не квартира. Юрий Исаевич никогда не запрещал снимать и вы работать. Я просто хотела получить ответ, почему это запрещено.